Тяни, тяни, тяни носок. Тяни носок. Постой, постой. Ну, кто же руки так держит, а? Вот, видал? Руку вище, голову так. Дин, питаури, дам, питаури, 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 дин, питаури, таури, 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 таури. Вот видишь, как хорошо. Да, вроде бы неплохо. А, слушайся отца, он тебе добра желает. А что у нас сегодня на обед, а? Лук. О, очень хорошо. Тогда сбегай к Сербиладзе, скажи, что я приглашаю его к нам на обед. Он мой главный гость. Я без него к столу не подойду. Ну и пусть прихватит заодно кувшин вина. Но мы ведь уже должны ему 2 кувшина вина. Правильно, 2. Значит, одного не хватает. Бог Троицу любит. Ладно, пойду. Я-то его, конечно, могу позвать. Но интересно, как ты ему посмотришь в глаза. Их, посмотрю, посмотрю, не беспокойся. Эртаос, пусть сыр захватит. И хачапури, и пару цыплят. И чтобы зажарили хорошо. А лук не нужен, лук есть. Вару дилай, вай дила, вода дела, дела, вару дила, вай дила. Кого все не твалеби, кого гена твалеби, сида скари моги бера, сикид моге пареби. Кого все не твалеби, кого гена твалеби. Sita skari mogi bera, hikit moge parebi. Ох, и весело в гостях у Бригвадзе. Абарелла рандина, хей! Метук дувар метавар, шорт гав шор деби гагет слеп. Маграм сени сит марули, чамол деби, чамол деби. Метук дувар метавар, шорт гав шор деби гагет слеп. Маграм сени сит марули, чамол деби, чамол деби. Бизана. 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 Отправился в путь. Это куда? Отсвистался. Как отсвистался? Ну, перекинулся. Куда перекинулся? Умер, умер. Понес мои 3 кувшина вина святому Гаврилу.
Посмотри, святой отец, посмотри, ноги у него, как у журавля. Пусть немедленно берет на себя долги отца, а то сбежит, не догонишь. Хорошо, Листа, хорошо, замолчи. Не обижайся, сынок, что мы пришли, но так уж здесь повелось. Если умирает отец, его долги берет на себя сын. Когда твой дед умер, все его долги принял твой отец. Люди это помнят. Когда ты умрешь, долги перейдут к твоему сыну. А потом к его. Понимаешь? Вот так всегда. Неужели мы, брыгвати, не сможем с вами рассчитаться? Говорите, кому сколько. Святой отец, читай, прошу тебя. Читай скорее, пока он не передумал. Эх, люди, люди, где ваша совесть, а? Те две свечи, которые вы должны в церкви, я вам прощаю. А от себя на Рождество Христово я твоему отцу еще 3 зачку. Мизана Брегвадзе взял в долг у Аристос Сербиладзе 1 горшок лобио, 0,5 головки сыра, 5 жареных цыплят, 7 хачапури, пучок редиски и 3 кувшина вина. Все правильно. Держи. Кто там следующий? Мизана Брегвадзе должен Дороте Вачиберидзе 0,5 поросенка, 1 тыкву, 2 кармана орехов и 1 день работы на винограднике. Больше ничего нет. Придется вам ждать. Да что там осталось? Самое большее 0,5 арбы долгов наберется. Да-да, ничуть не больше. Клянусь могилой отца, расплачусь со всеми. Тебе что он должен? Однажды мы с ним поспорили, так он схватил мой барабан и мне на голову его надел. Сказал, не умру, пока не куплю новый. Если вернешь бутылку вина, скажу спасибо. Нет, твой отец у меня ничего не брал. Ну, у моего свояка кто-то взял башлык и бурку и где-то ее потерял. Ага. Читай, читай, отец. Мизана Брегвадзе проспорил Хришобеле Купатадзе 3 походные песни. Улетела моя маленькая птичка в синее небо. В полночь, красотка, я вернусь к тебе. И Алипаша предатель. Сейчас, Петь, 2 песни я тебе прощу. Но маленькую птичку не могу. Будет у тебя на твоей. Придешь и споешь. А как же? Ты смотри, он еще спит. Ертовоз, давай, Ертовоз, царствие небесное проспишь, давай. Здравствуй, дедушка Исидор. Здравствуй, сынок. Возьми кувшин, здесь мед.
отцу твоему я должен. Брал у него, когда ты еще не родился. Сколько лет жили, а он ни разу не напомнил. Зря вы, дедушка, беспокоитесь. Ну, святым Георгием, ты глуп, как все бреваться. Иди в город, там сегодня большой базар. Продашь мед, купишь курицу, лучше черную. Она нанесет яиц, высидит цыплят, цыплята подрастут. Ты их продашь, купишь поросенка. Поросенок вырастет, станет свиньей и принесет тебе 30 поросят. Все понял. А... Эти поросята тоже вырастут. Я их продам и заплачу долги. Иди, иди. Все разбогатели, кто пошел в город. Да-да, дедушка, все будет хорошо. Счастливо оставаться. Файтонов, остерегайся, эртовоз, файтонов, запомни, они до добра не доведут, сатанинская выдумка. Ну вот так, долго не задерживайся, приезжай скорее, держи. Маргарита, не забывай, ты сейчас остаешься не только за хозяйку, да, но и за хозяина. Не волнуйся, дорогой. Там любят яблоки, обменяешь их на дыню. После дыни пойдут орехи. За орехами хурмы, а домой привезешь картошку. Все. Вайны. А? Трифония, ты что-то забыл. Хорошо, что напомнила. А что мне еще хочется? Нет, нет. Косынку привези. Я давно мечтаю о кашемировой косынке. Хорошо, ладно. Смотри, Велитополе поезд долго не задерживает. Скорее возвращай. Хорошо, моя дорогая. Что это? Что это такое? Скажи, а? Это, по-твоему, кандалы, по-твоему, это цепи? А? Ты болтался по Парижу столько времени ради этого, а? Купил за бесценок, а казенные деньги прогулял. Молчать! Ах, женщины тебя погубили, женщины, беспутный человек. Посмотри мне в глаза. Усы. Боже, у тебя же были усы. Куда ж ты их девал, идиот? Ух! Ушел. Точно ушел. Велитополь, начальник. Без себя знаю. Женщины тебя погубили, мерзавец. Женщины, вино и Париж. Абиглюкоза. Абиглюкоза. Поставить под навес. Как прикажете. Отца. Абиглюкоза. Абиглюкоза. Перед сном между приемами глюкозы кружку эсмарха. Будет исполнено. В лобную пазуху и между берцовыми костями которос. Ясно. Боли усилились? Усилились. Это очень хорошо. А биглюкоза? Что это? Элитопольский? Да, господин доктор. Замечательно. Надо бежать. Продолжайте обход! Без меня!
есть тюремный начальник. Начальник? Да. Куда? Одышелидзе. Помните, вы на меня взглянули? Моего мужа нет дома. Знаю. Мы получили сигнал. А что же вам надо? Сегодня же день святой Маргариты. А? Мы должны это вместе ответить. Я вам кое-что принес. Коши турецкие. А у меня уборка. Я вам помогу. Кто-нибудь вошел в этот дом? Да, такой полный... В мундире? Угу. В этом городе все наперегонки. Что мне теперь делать? Неужели жене нести цветы? Ох, прекрасная Маргарита. Хоть бы вы совершили какое-нибудь преступление. Я бы вас посадил в тюрьму. И оберегал бы, дорогая, как зеницу ока. Совершите преступление, а? Не будем терять время. Прошу, умоляю. Вот оружие. Убейте, стреляйте. Нет, лучше кого-нибудь другого. А меня вот этой бутылкой прямо по голове. Бейте, бейте за оскорбление власти. Я вас немедленно арестую. И мы будем вечно вместе. О, моя божественная Маргарита, я жажду преступления. Кто там? Трифония. Что? Дыню забыл. И поезд развернул обратно. Помоги мне, Маргарита! Трифония, Трифония, погубили твою семью ужасные мужчины! А, сюда! Что? Туда нельзя, там тремали, тремали! Ух, везде тремали у этой женщины! Везде! Какая семья, мир! Минуточку! Отлично! Вот, спасение! Правильно! Весь город узнает. Да. Моя репутация висит на волоске. Мой мальчик, скорее. Лезь. Я сам. Сам. Скорее. Скажут, попался, дурак. Скажут. Иду, Трифония. Открываю. Иду, Трифон. Иду. Слышишь, уже открываю. Не узнала меня, тетя Маргарита. Не узнала? Керонт, я телеграфист. Ну и что, что телеграфист? Можно так барабанить в дверь. Телеграмма тебе от твоего мужа. Подойди к свету. Прочти. Маргарита Аполадзе, стоим. Ага. Река вышла из берегов. Дергается правый глаз. Будь осторожна. Твой Трифон. И чудесно, когда дергается правый глаз. Это к счастью. Ты совсем одна, тетя Маргарита. Ах, какая ты красивая. Можно я тебя один раз поцелую? А? Ну ты лучше нос вытри. И маме скажи, чтобы она тебя в постель уложила. Хута, спустись. Спустись, Хута. Ну что он там так долго делает? Эй, тюрьма! Кто это? Фу, сатана! Фу, скинь! Да не сатана я, а Брегладзе. Ртаозом зовут. Я пришел из деревни. Не знаю здесь никого, переночевать негде. Так я на вас чердак и забрался. Не сердитесь, что без спросу. Значит, у тебя совсем никого нет в этом городе? Нет. Ни знакомых, ни родственников? Нет, я сирота. Сирота. Это очень хорошо. Бог тебя мне послал. Я тебе все объясню. Идем со мной. Мужа моего дома нет. А тут дымоход засорился. Я позвала друга одного в нашей семье, чтобы помочь. Он залез в трубу, полчаса там сидит
и ни звука. Наверх ему не вытащить. Почему? Тяжело будет. Тяжело? Ты иди вниз и встречай его, да. А я сверху нажму. Ладно, иди, давай, иди, давай. Иди. Худо, вставай скорее. Худо, что с тобой? Худо? Что с ним такое? Аух, отправился в путь. В какой путь? Отсвистался. Отсвистался? Ну, перекинулся. Что? Что ты болтаешь? Толком объясни, что с этим человеком? Умер. Умер? Ну да, задохнулся от дыма. Умер! Ой, что теперь будет? Трифона арестуют, меня арестуют. Всех арестуют, и тебя тоже. Разве мы его убили? По-моему, надо позвать его жену, детей, родственников. Да ты что, рехнулся? Какую еще жену? Тогда может его похоронить? Вот умница. Надо предать его земле. Придется это тебе сделать. Мне? Да, тебе. Только поклянись на образе святого Порфирия, чтобы не случилось ни слова обо мне. Клянись. Клянусь. Ну что же ты? Иди к Порфирию, поцелуй его. Оставь, он любил и выпить, и пострелять. Пусть все это возьмет с собой. А ковер не забудь принести обратно. Ладно, это подарок ладно. Моего отца. Ой, Маргарита, какая ты красивая. Ты тоже, но об этом поговорим, когда ты вернешься. Ой, худо, куда ты от нас уходишь? Ну что ж ты, бери его. Еще раз Порфирием поклянусь. Поклянись, это можно. Зажги лампу, Маргарита, радость моя. Здесь темно, как в могиле. Ой, где я? Мамочка! Отдай ковер, дядя! Ты же умер! Зачем он тебе? Да умер, я жив! Остановись! Стой! Поговори, подожди! Ой, я же выпивший, у меня сердце лопнет! Может, я тебе пригожусь, парень? А, стой! А? Кто тебе велел хоронить меня заживо? Она? А, она? Говори! Говори! Она! Прочь! Скинь! Скинь, сатана! Сама сатана с бантиком. Хотела меня живым в землю зарыть. Кто я? Тебя? Да, да, ты! Меня, здорового мужчину, крепкого, как скала, живым в землю зарыть. Город бежится. Как попало мое тело к ним? Ну? Говори, на кого ты меня променяла, изменница? Не подходи! На кого променяла? Кто они такие? Как ты мог подумать? Уймя, будь вся проклята! Обманули тебя, несчастные, обманули! Посмотри на них, а потом на себя в зеркало. Кто эта женщина? Отвечай! С тобой говорит закон! Мамочка, они меня с ума сведут. Что у тебя с ней общего? Ты ее знаешь? Первый раз вижу. Thank you.
Прежде всего нужно испытать пересечение линий дружбы Юпитера и Меркурия с Венерой. Тетраэдр, благодарю, Платон. Октаэдр, благодарю, Евклид. Корень квадратный из H2. Ну, кто сейчас заживо похоронит? Вы или я, а? Вот. Позвольте, молодой человек. Оп. 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 Все правильно. Обтекаемость предметов и статичность их по отношению друг к другу исключительны. Это напрашивается вывод. Пишем. При чем тут z квадрат? F плюс единица. Из нее хорошего обеда не получится. О, но я не собираюсь ее есть, юноша. Это удивительный летательный аппарат, созданный природой. Так вот, вот, приготовьтесь, ловите. Так, хорошо, ну, посылайте аппарат ко мне, посылайте ко мне. Ну, вот так, хорошо. Мой друг, вы внесли грандиозный вклад в науку. Ну, это все. Ох, бог мой, позвольте протянуть вам руку дружбы. Усаживайтесь, пожалуйста. Вы, нет, наверное, нет, устали с дороги. Я не устал. Прошу вас. Не беспокойтесь. Прошу вас. Как же? Ваша спутница, наверное, тоже устала. Что привело вас сюда, друг мой? И как долго я буду иметь счастье лицезреть вас в этих стенах? И даже очень долго. Живой Одышелидзе, а мы с курицей чуть было его не закопали в землю. Ей 7, а мне 10. Такой приговор. Ясно. А все же, что случилось? Женщину я полюбил. Всей душу. Да. И я полюбил. И вы всей душу. И ношу грусть в своем сердце. Был ясный весенний день. Я брел по улице совсем один. Вдруг подул ветер. Вижу, летит соломенная шляпа. Я схватил ее. Посмотрел вокруг. И сердце мое замерло. Предо мной предстало неповторимое творение природы. В ту же минуту я понял, что она это. Она поняла, что я — это я. Весь этот день и всю ночь я простоял под окном тому Никипья. Перед восходом солнца в руки мне упал платок из окна возлюбленной. И вот вскоре мы решили обвенчаться в храме Алаверды. То есть как? Генерал был возмущен.
моя любимая дочь, и вдруг станет женой какого-то безвестного студента. Вон отсюда ничтожество! Хоть и велика была моя любовь, гордость победила. Пощечину я влепил генералу. Ну, и до чего же здорово, дедушка? Меня приговорили к 13 годам. Эх вы, канали. Тут я отвесил по пощечине всем членам суда. Даром это не прошло. За каждого из этих господ я получил дополнительно по 6 лет. Что составило 49 лет. Почти полвека. Колокол моего несчастья ударил, как гром с ясного неба. Незабвенная Тамуня. Она не вынесла разлуки со мной. И вергла свою невинную жизнь в холодные струи реки. Уходя из жизни, она сказала: «О, почему мы не птицы? Мы бы вместе парили в небесном просторе». И с тех пор идея полета безраздельно владеет мной. Я создам не полет, я так решил. И пролечу с благоговением над дорогой ее могилой. Надеюсь, вы верите, друг мой, что будет так. Не знаю, дедушка, я пока над этим не задумывался. Что делать? Долги у меня. Надо их выплачивать. Если Бог это захочет, человек обязательно полетит. Я не могу ждать, пока Бог займется моими делами. Мне надо спешить. Я сам приобщусь к небу. Позвольте задать вам один вопрос. Ваше мнение для меня крайне ценно. Встаньте, прошу вас, и отвечайте. Чем отличается по определению великого Леонардо да Винчи сия птица от человека? Крыльями. Правильно. Теперь подумайте, чем еще. Ну? Цып-цып? Нет. Целеустремленностью. Целеустремитель. Да-да-да-да, и он почти уже выдуман. Вот. Смотрите, высота равна бесконечному обожанию. Длина — это стремление вверх и преклонение. С плюс 0,1. Ширина равна незабвенным воспоминаниям. Остается только решить вопрос возвышенного горения. Еще несколько мелких, но важных субстанций. И мы устремимся ввысь! Ну что, взвелись? Во имя дедушка, вы погибли! Руки прочь, мозги куриные! Не бойтесь, не бойтесь, друг мой! Я вам устрою жизнь. Будете квакать, как лягушки. Я сам. Уни! Так. Нет, отсюда не смоешь. Пигмей. Откроем скобки. А плюс Б. Извините, тут сбоку был нарисован червячок. Ох, да, вы совершенно правы. Альфа, ну, конечно. Спасибо, мой друг. Вы спасли нас от головокружительного падения. Ну, а когда у вас будет все готово, и можно будет устремиться ввысь, как мы выберемся отсюда?
Да, я уже прорыл 7 верст. Ах, осталось совсем немного, и мы на свободе. Вот, смотрите, юноша. Бежим скорее, бежим! Остановитесь, безумный, остановитесь! Вы хотите все погубить? Сейчас же уйдем отсюда. Ты сможешь пойти на могилу Тамуни, а я к своей Маргарите обрадую ее. Но формула внутреннего сгорания еще не установлена. Где нам найти более спокойное место для работы? И потом творить там, наверху, немыслимо. Начнутся кутежи, развлечения, отказаться невозможно. Ведь вы знаете наши вековые традиции. Не беспокойтесь, мы вырвемся отсюда, построим небольшой и похитим вашу возлюбленную. Это так же верно, как то, что 2×2 это... 2. Сколько? Боже правый, чему вас обучали в гимназии? Нет, друг мой, такими знаниями в небо не взлетишь. А взлететь надо. А ну-ка, сядьте вот сюда. Это ваша парта. Фундаментально займемся вашим образованием. О, ой, боже мой, мы еще не успели друг другу представиться. Христофор Галубришвили из Гарикула. Эртаос Брегвадзе из Зукнури. Очень приятно. Присядьте. И давайте раз и навсегда договоримся, уважаемый Эртаос, что 2×2 будет... Ну, высокочтимый Эртаос, подумайте и ответьте. Сколько будет 22 − 11? 22 − 11? Не спешите. Времени у нас достаточно. Подумайте. Значит, 22 − 11, ага. Наверное, это... То есть равняется... Да, да, конечно, равняется. Ну, чему? 22 − 11? 11, болван, пустая башка. 11. Гармоничного колебания обратно пропорционально угловой скорости и независимо от амплитуды начальной фазы колебаний. Превосходно! Вы заслужили наивысшую похвалу. Теперь приступим к преобразованию с ходом дополнительного угла от синус х минус косинус х. Хорошо, учитель, приступим. Если сумма квадратов... Молчать! Хитины. Отсюда не смоешь. Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой. Не были дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь и ты. Повторите. Горные вершины спят во тьме ночной. Те сигмака из одного игла одного альфа, помноженные на числовой интеграл лямбда плюс мю умноженные дельта дх. Продолжайте. Так как дельта y плюс ax y dx плюс bx y умноженное на y равняется плюс минус 0. Блистательно! Давайте повторим. dy плюс cx y умноженное на y равняется плюс минус 0. Ура! Viva Academia! Viva Professores! Gaudiamus igitur! Ювенестум сумус. Пи равняется 1. Наконец, открытие! 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 Последняя субстанция! Мы уже парим, парим в небесной воздухе. Бежим отсюда скорее! Бежим, Эртаос.
Я пойду. Нет, вы останетесь здесь, чтобы не вызвать подозрений. Осталось прорыть половщина. Посчитайте до 2500 и следуйте за мной. Раз, два, три. 1529, 1530, 1531, 2500. О, как ты сладка, свобода. Градусов плюс-минус R² равняется радости бесконечного пространства. Здесь нет ни малейшей ошибки. Мы сейчас находимся за городом в лесу. Я вижу свет! Наконец-то свобода! Господи, где это мы? В лесу, друг мой. Парадокс. Учитель, послушай. А при чем здесь дубль «В»? Что здесь должно быть? А что? Па. Па. Ра. Ра. Парабола. Ах, парабола. Боже, нелепая ошибка. Теперь нам придется задержаться. Долго будем ее исправлять? Года 3, максимум 4. Сколько вы сказали? 4. Ау. Горе. Плюс-минус Y. О, Маргарита, любимая. Ах, как ты истомилась, ожидая меня. Ох! Благодарю вас, прекрасная Марджори. Скорее, боже мой, иду, открываю. О, как здесь тесно. Что с тобой, Трифон? Потерпи немного. Открываю, ты же слышишь. Открываю. Ой, ты кто? Я Эртаоз. Не узнала? Эртаоз, Брыгвадзе. И страдалась ты без меня. Да, да, Эртаус, я узнала тебя. Как ты прекрасна. Ты тоже. Ну, откуда ты взялся? Разве 10 лет прошло, а? Нет, любимая. Я так без тебя соскучился. Так соскучился, что сбежал. Уйме, уходи. Уходи сейчас же. Вернись в тюрьму. Тебя арестуют. Меня арестуют. Трифон арестуют. Постой, постой. Уйме. Не бойся, дорогая, это мой учитель.
Безгранично рад видеть вас, прекрасная Маргарита. Много слышал о вашей чарующей красоте, но действительность превзошла все мои ожидания. Маргарита, ты знаешь, мы решили построить неболет. Что это такое? Да, да, божественное. Представьте себе курицу величиной в эту комнату, которая будет летать, как бабочка. Парить в небе! Здравствуйте. Добрый день. Ну, Шереван, пусти. Помогите, ну, Шереван. Успокойтесь, ничего. Извините, уважаемые, что вмешиваюсь, но меня потряс ваш грандиозный план. Кто это? Мой двоюродный брат. Успокойтесь, умоляю вас, Марджори. Вы утверждаете, курица, как эта комната, и будет летать? Будет летать сама? Да, сама. О, Марджори, благодарю вас за знакомство. Меня всегда привлекали вдохновенные умы и грандиозные планы. Значит, вы верите, что мы полетим? О, не сомневаюсь. Такая же, как эта, но большая. Я потрясен. Значит, здесь. Нет, эту я уже видел. В какой дыре они? Я всегда я. Здесь они! Чайник. Нужно было лезть не в ту дыру, а вот в эту. Ищи. Будто черт уволок этих поломанных. И в той дыре мы были, начальник, и в этой. Молчать! Ну! Поставить к дырам караулы. Если нарушители закона появятся, стрелять им прямо в ноги. Остальные со мной! Вы вернулись, Трифон? Да. В вашем доме гости. Не отпускайте их. Я сейчас вернусь. Хорошо. А ты сам кто такой? Я еще народ приведу. Хорошо. Мы устремимся к солнцу и под его лучами будем скользить бескрайние лазури неба. Залетим в храм Алаверды и обвенчаемся. Это мне не понадобится. Пусть останется Трифону на память. Войми, Трифония! Родной мой! Приехал мой мальчик, вернулся. Что ты, неудобно. Гости ведь у нас. Во дворе мне повстречался черный человек. Сказал, еще людей приведет. Надо принять хорошо. Вот возьми. Присаживайтесь. Устал я сегодня. Маргарита, они, наверное, проголодались. Накрой стол. Да. Прошу тебя. Меня зовут Артаус Брагвац.
Мой отец Мизана Брыгвадзе. Конечно, вы о нем слышали. А, какой красивый торт ты приготовила, дорогая. Спасибо тебе. Знаете что, дядюшка, мы с Маргаритой давно друг от друга без ума. Да-да. Отдайте мне ее. Не полечу я с ними, нет, не полечу. Не понимаю. А против природы человеку идти не позволено. Долг мужчины жениться, а долг женщины выйти замуж. И в любви они будут счастливы. У них появится потомство. Не отказывай мне, дядюшка. Я Маргариту буду любить до самой могилы. Понятно. Этот оборванец возьмет себе мою жену. А этого мне придется называть тестем. Что ж, степень нашего будущего родства вы определили точно. Правда, если вы не будете против, я посоветую вам выбирать выражение, чтобы потом вам не краснеть перед нами. Так, теперь все ясно. Отойди, женщина. Прошу тебя. Отойди, тебе говорят. Прошу. Кто же был этот черный человек? Уважаемый Трифон, не выводите нас всех из терпения. Бродяги, оборванцы, убирайте из твоего дома. Убирайте. Сексонат плюс единица. Вперед, со мной. Вперед, они уйдут, я сам. Со мной. Герои, со мной. Ух, они здесь были. Я же говорил, что старик притащится к этому камню. Ух, мамочка, что мне делать? О, Маргарита, молодой скорпион уже вполз в твой дом. Ух, ты останешься здесь. Если они появятся, стреляй прямо в ноги. Остальные со мной. Вперед! Женщина не понимает своего счастья. Потом она будет со слезами благодарить нас. Подняли, понесли. Если за хорошим делом идете, возьмите и меня. Если за хорошим делом идете, возьмите и меня. Прошу, простите великодушно, что не сумел достать файтон. Прошу. Позвольте вам помочь. А что такое? В чем дело? Эй, нас предали! Кругом враги и измена! Не прикасайтесь к моей Маргарите! Пустите нас! Боже, что с ней? Марджорит, откройте глазки, умоляю. Взгляните. Бессовестный мужчина. Возьмите и меня с собой, если за хорошим делом идете. Давай, пусть забирают эту нечистую силу. А все-таки, кто идем. Был этот черный человек? Идем. Нет, ты кто должен был отдохнуть. Этот черный человек? А? Стой, стрелять буду! Кто сдвинется с места, получит пулю в ноги! Ага, они здесь! Это мои люди! Были твои! Теперь они мои! Нет, эти мерзавцы сбежали с моей тюрьмы! И правильно поступили! Ты мне скажи, почему шляешься в этот дом? Прочищаю камин! Тут почище тебя трубочисты найдутся! Ух ты, чучело с галстуком! Отъезди от чучела! Ребята, ко мне! Азиат! Убью! Всех перестреляю! Они нас убьют. Придумай что-нибудь. Ты быстрей, здесь не хозяин, не хозяйка. Быстрее. Маргарита, придумай. Быстрее, Трифония, что же ты стал? Там я не помещусь. Быстрее, нет. Быстрее лезь, и подолже тебя помещат. Давай,
У вас доктор, каникулы, расходитесь. Нет, нет, не могу, не могу. Расходитесь, можно, я вам говорю. Ничего не хочу знать. Я сказал, у вас каникулы. Прошу, доктор. Вернетесь ко мне после каникул. Через 2 недели, не раньше. Добро пожаловать, уважаемые. Выпустите информацию. Ух ты! Закройте, закройте, закройте. Ой-ой-ой. Счастлив приветствовать вас у себя, мудрейший Христофор. Откройте источник информации. Вы ничтожество предатель! Закройте, закройте. Уважаемый, скажите, почему бы вам не осуществить вашу блистательную идею здесь, в нашем городе, записывая палетомания? Зачем уезжать куда-то? Останьтесь здесь, господа. Я буду о вас заботиться. Предоставлю вам все условия. Работайте, отдыхайте, стройте, творите. Аншанте! Запиши. Господин доктор, пожаловал. Наверное, совесть его замучила. Ага. Откройте источники информации. Пусть господа посовещаются. Приветствую вас, доктор. Здравствуйте. Ну, пройдемте. Куда? Куда? Пошел вон! У нас карантин. Что от этого человека мы должны все стерпеть? Пусть даже оскорбляет нас. Зато он даст нам возможность построить небольшой. Господа, я хочу получить информацию от моего юного друга. Маргарита? Главное, небольшой, без него нам не удастся похитить вашу возлюбленную. Я впервые получил такой материал для своей работы и ни в коем случае от него не откажусь. Иберус. Наивус кавказиур аэротипикус темпераментос. Это удивительный случай. Ничего подобного даже в Европе не было. А вы являетесь, чтобы отобрать у меня пациентов с превосходно выраженной палетоманией? А вдруг они возьмут и улетят? Что вы сказали? Да, улетят. Аби, глюкоза. Итак, вы утверждаете, что они могут летать, а? Да. Какого черта человек полезет в поднебесье? Но от них, полоумных, я дам... Ну, от них всего можно ожидать. А теперь откройте ротик и скажите «а-а-а». Скажите громко. Ладно, ладно, пусть остаются. Раз это имеет мировое значение, я составлю бумагу и спешу их обоих. Пропади, а не пропадом. Я не против, пусть остаются. Я тоже патриот нашего города. Утрем нос Европе. Скажи, пусть выпустит. Нам совершенно необходимы дубовые бревна, воловые шкуры, гвозди, железо для постройки двигателя и 3 сажени дром на топливо. К полету приготовьте. Турку, так. Барабан, ага. Букет роз и бурдюк вина. Разумеется, кто же отправляется в полет без барабана и бурдюка вина? Аксиома. Но у меня к вам просьба. Да-да. Давайте вести дневник. Будем записывать все ваши мысли, все ваши слова.
Надеюсь, вы ничего не имеете против? Пожалуйста. Я задался целью сохранить для грядущего потомства все мельчайшие подробности вашего порыва ввысь. Благодарю вас, я нахожу, что это очень интересно. Аншанта! А что случилось? А что с вашей рукой? Раз и навсегда запомните, юноша, по теории волнения страстей идеальная любовь всегда будет стремиться ввысь. Но вопрос их остается открытым. Что вы с ним будете делать? Что будете делать? Я не спал сколько ночей. Записывайте. Я выводил эти формулы кровью сердца. Я с вами не согласен. Это не истина. Это не абсурд. Можете оставаться при своем мнении, а я останусь при своем. А кто из нас прав, там выяснится. Во время полета в небе безумцы. Они не могут понять, что любовь вертикальна. И одновременно орбитально. Париж. Молния. Академику. Тышелю. Уважаемый, любимый учитель. И коллега. Сообщаю, что палетоманы намерены завтра взлететь. Неминуемый крах идей вызовет шок. Я приготовил ваши душевые аппараты, кружки эсмарха с гранатовым соком и абиглюкозу. Поклонник ваших концепций и верный ваш последователь Ношреван Кучухидзев. Все приготовлено. Прячьте. Господин Ношреван, незабвенные друзья, как это ни грустно, настал час расставания. Отойдите подальше, господа, надо соблюдать осторожность. Конечно, понимаю, отходим. О, любовь! Любовь будет мечту и вдохновляет на подвиг. Нет ничего прекрасной любви, она правит миром, пробуждает человеческий разум. Разум стремится к действию. Плюс-минус. МЦ квадрат. Ф. Корень. Из бушующих волн, необузданных страстей, помноженных на смысл небесных просторов. Вперед, Аттос! 3, 2, 1, небо! Остановитесь! Стой! Куда вы? Кто вам дал право? Вернитесь на землю! Отступитесь, непосвященные, отступитесь! Это опасно для жизни! Аттос, прибавьте внутреннего огня! Прибавляю!
Прибавляю, учитель! Отбес! Куда вы? Послушайте меня! Все равно никто не поверит, что вы взлетели! Держи! Вернитесь! Человек не птица! Ему не дано летать! Вернитесь! Маргарита, имею честь приветствовать вас с небольета. Скорей, мой мальчик. Маргарита! Так, открываю, бегу. Никому не двигаться, стрелять буду. Бросайте оружие. Все к стенке стоять, не шевелиться. Если кто-нибудь тронется с места, немедленно стрелять прямо в ноги. У меня мигрень. И с места. Все-таки улетели, чучело с галстуком, а? А теперь открой рот и скажи, говори. Ну, скажи, Вайны, здравствуй, Тригония, мой мальчик. Куда ты собралась? Если за хорошим делом, возьми меня с собой. Будь умницей, Трифон. Ты теперь в этом доме и хозяин, и хозяйка. А я улетаю. Здравствуйте, уважаемый дядя Трифон. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете там, на земле. Ну, подавай вещи. Куда ты собралась? Лечу в Багдад, продам яблоки, куплю индийскую хурму, а тебе привезу подарки. Ты в своем уме? Пусти. Кому нужны в Багдаде пусти, яблоки? Отпустите ее, бессовестный человек! Учитель, скажите ему что-нибудь! Вы можете навязывать свою волю в возвышенной душе! Пусть она свободно взлетит в небеса! Иди в дом, женщина! Вы у меня сейчас полетите! Тише! Эй! Не оставляй меня, Эртон! Маргарита, держи эту курицу на память обо мне! Я все равно вернусь и похищу тебя! Thank you.
Эх, тому нет. Я же вам говорил, что тот цвет существует. Кто теперь в дураках оказался, вы или я, а? Наливай, надо узнать, какое там они вино пьют. Ну, конечно, саперави. Как там твой отец? Опять пьет, опять? А что ему делать? Хрисо Белла, Хрисо Белла! Я сейчас в таком настроении, хочу с тобой расплатиться. Ты, говорит, дыма прида вода. Сроси ми мего на во на ми на.